Сегодня Шумерлинский завод спецавтомобилей отмечает 85 лет со дня создания. Глава Чувашии поздравил коллектив с этим событием. У нас на прямой связи наш корреспондент Надежда Яковлева. Надежда, расскажите, что сейчас происходит в Шумерле? Здравствуйте, Ольга. Сейчас мы действительно находимся в Шумерле, на главной площади города. Здесь сегодня отмечают 85-летие завода специализированных автомобилей. Это градообразующее и социально значимое предприятие. Основным потребителем продукции являются силовые министерства. Это Министерство обороны, Министерство чрезвычайных ситуаций и Министерство внутренних дел. Предприятие прибыльное. Только за первые 4 месяца этого года отгружена продукция на 710 миллионов рублей. Здесь работает 1200 человек. И сейчас со сцены передовикам производства вручают награды. А до этого глава Чувашии Михаил Игнатьев побывал в детском саду «Рябинушка». Детский сад находится в здании бывшей начальной школы. После реконструкции в ноябре 2013 года здесь начали работать 6 групп с кратковременным пребыванием детей от 1,5 лет и старше. После получения лицензии на образовательную деятельность детский сад стали посещать 143 ребенка. В настоящее время выдано еще 38 путевок. Дети проходят медосмотр и в ближайшее время придут в садик. Михаил Игнатьев побывал в игровых, спальных комнатах, также осмотрел и технический блок. Он пообщался как с детьми, так и с их родителями. Сегодня в Шумерле всего действует 10 образовательных учреждений. Охват дошкольным образованием составляет 93%. В очереди стоят 74 ребенка. Все они младше 3 лет. Кроме этого, глава Чувашии ознакомился со строительством 60-квартирного жилого дома. Строительство началось в декабре прошлого года, а уже через месяц его обещают завершить. Ну а на главной площади города продолжается праздник. И я передаю слово нашей студии. Спасибо, Надежда. Напомню, сегодня в Шумерле большой праздник. Там отмечают юбилей градообразующего предприятия. С нами на связи была наш корреспондент Надежда Яковлева.